харчового дефіциту у регіоні нема і не буде. Повышення цін, принамсі, на товари айчинної витворчості так само не передбачиться. Однак у крамах усе ж незначно повялічився попит на некоторі види продукції. Популярністю зросла у гречки, муки, олії і солі. Напевно, свій уплив оказують новини з гандльових політ сусідніх країн. Спеціалісти гандлю запевнюють, харчових запасів на складах регіона хопить усім. У гэтым пераканалася наш корреспондент Евгения Кухаронак. Мы на Гомельском крупзаводе. Сегодня тут перепрацовывают по 100 тонн зерня гречихи что день. На выходе отрымовывается 55 тонн готовых круп. Их упаковывают и прикладно 70% одразу же отгружается на продаж у магазина по всей Украине. Клиенты наши находятся во всех частях Республики Беларусь. То есть, ну, основная масса – это Гомельская область. Вот, работаем также с сетями и с частными организациями. Также происходит отгрузка на экспорт. Запасы сырья, а именно зерна гречихи, позволяют нашему комбинату бесперебойно обеспечивать наших клиентов до нового урожая. То есть до сентября месяца мы спокойно можем работать в штатном режиме. Такая же ситуация и с иншими региональными вытворцами харчовой и господарчей продукции. Предприемства працуют у штатном режиме, а сегодняшних складских запасов хопить как минимум на 3-4-месячную реализацию. Не спыняются отгрузки и на открытом акционерном товаристве «Цукргандаль». Сюды грузовики съезжаются из усей области, как доставить у крамы самые разностайные товары. Напой, макаронные выробы и консервы, соль, цукор и приправы, олеи, дитячее харчевание. Чергу из машин мы не назирали. С одного боку отгружают, с іншого наполняют склады. Буквально, наверное, один день на этой неделе вот зафиксировали небольшой такой всплеск интереса покупателей к отдельным товарным группам, но даже вот этот всплеск он можно характеризовать как это торговля предвыходного выходного дня. То есть буквально 15-20% прирост по реализации отдельных групп товаров, наше отечественное производство, которое у нас наши производители, оптовые организации готовы поставить в необходимом количестве. То есть настроение, конечно, у торговли оно поднимается, но обычная рабочая атмосфера, обстановка, режим, объекты наполняются. Тому раем робить покупки с розумом, не створать ажиотажу и не забывать про то, что во всех продуктах есть термин придатности, навод у гречки. Евгения Кухаронок, Валерий Гапанько, телерадио компания «Гомель».